Хочу показать вам, как готовить хаш-браун. Попросту хрустящий картофель. Очень простой рецепт. Из минимального количества продуктов нам понадобится очищенный картофель, который нужно потереть на терке. Я буду использовать вот такую терку. Готовить его я буду на гриле, можно готовить на сковороде в оливковом масле с добавлением соли и перца. Ну, также нам понадобится дуршлаг, через который нужно будет отжать натертый картофель. Картофель я натерла. Теперь нужно взять дуршлаг. И так как этот картофель имеет много сока, его нужно отжать. Хорошо отжимаем сок из картофеля и перекладываем в другую емкость. Вот такое количество сока отжалось. Наливаем на него масло оливковое. Пока разогревается масло, доведем картофель до полной готовности. Для этого берем перец и соль. Это по вкусу. Немного паприки. И хорошо это перемешаем. Масло нужно разогреть, но не доводить его до накаливания, чтобы дымок не пошел. Желательно покрыть сковороду. Такой картофель готовится именно на сковороде. Насыпаем слоем где-то примерно 1 сантиметр. И хорошо разравниваем. Остается довести его до румяной корочки с одной стороны и перевернуть. Хорошенечко его разровняем и оставим до запекания нижней корочки. Потом нам его нужно будет перевернуть. Теперь я его разделю на 4 части. Пользуюсь я силиконовым ножом, так как у меня покрытие керамика, чтобы не повредить ее. У меня такой специальный нож. Да, немножечко как бы она рассыпется, наверное. Вот. Немного. Теперь нужно просто подправить, и все, что отсыпалось, оно все равно зажарится. Так, сформируем лопаточкой. И дождемся, когда подпечется вторая сторона. Картофель у меня поджарился. Теперь его можно выкладывать.
Вот такое блюдо в итоге у нас получается. Я добавила огурчиков, это очень подойдет картофелю. Готовьте такой картофель, если вы еще не готовили. Это необычно и очень вкусно. Сегодня я прощаюсь с вами. Спасибо, что были со мной. Готовьте со мной. Подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои видео. До новых встреч. Пока-пока.